Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала «Лети, перышко». В центре сюжета Вера. Она уверена, что у нее образцовая, счастливая семья, муж Александр и любимая дочка Аглая. Вера – психолог, преподает в школе приемных родителей, помогает будущим мамам и папам найти общий язык с детьми, которые хотят взять под опеку. Она и сама взяла Аглаю с детского дома, когда девочке было 3,5 года. Но в один день все внезапно рушится. К Александру приезжает его первая любовь Рита с их общим сыном Васей, про которых Вера ничего не знает. Но и Александр не знает всей правды о своей жене. Чтобы вернуть доверие и счастье в семью, Вере придется раскрыть правду мужу о своем прошлом, провести собственное расследование и узнать, кто же настоящая мама Аглая. Главные роли в картине исполнили Ольга Михайлова, Мария Куликовская, Сергей Мухин, Егор Морозов и другие. Премьера сериала «Лети, перышко» состоится уже 18 февраля на телеканале «Россия-1». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.